Завтра, 28 января, определится победитель республиканских игр по хоккею «Золотая шайба». За призовые места в старшей группе будут бороться команды Яльчикского, Комсомольского, Батыревского и Чебоксарского районов. Игры пройдут в Ледовом дворце «Чебоксара-арена» начало в 10 утра. Победитель представит Чувашскую республику на всероссийских соревнованиях среди сельских команд в городе Салават, Республике Башкортостан.